Ну и раз уж мы заговорили о вечности, то, конечно, как в таком выпуске не обсудить вечный двигатель. Перпетуум мобили, который нарушает один из самых фундаментальных законов – закон сохранения энергии. Мы знаем, что энергия не может появляться из ниоткуда и исчезать бесследно. Это, правда, не работает на микроуровне, где из-за квантовых флуктуаций ее значение может быть то чуть больше, то чуть меньше. Но на больших масштабах закон выполняется строго и запрещает существование вечного двигателя, который черпает энергию из ничего. Но тогда как вам такие часы? Они не нуждаются в батарейке, не подключены к сети, их не нужно заводить. Это полностью механические маятниковые часы, только тут маятник не колеблется, а крутится. И они могут работать сами по себе днями, годами и даже десятилетиями. И ничего для этого делать не нужно. Ого, неужели вечный двигатель? Ну, конечно же нет. Устройство берет энергию из колебаний температуры в помещении. Специальная емкость, наполненная эфиром, сжимается и расширяется при температурных изменениях. И этого движения хватает, чтобы подзавести часы. Разницы в 1 градус Цельсия достаточно, чтобы они работали двое суток. Так что, если вы живете не в бункере с постоянной температурой, а в обычной квартире, часы будут идти, ну, очень долго. Ну и в вакууме они, конечно, тоже быстро остановятся, но кто откачивает воздух из помещения?